А вот это будет волна самая жесткая, по ходу дела. Да, ребята, и мы встречаемся с 4 криминальными платиновыми черепахами. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Ребята, всем привет! Команда Detol, с вами крутые испытания, крутые герои, поехали играть! Ну что ж, у нас сегодня испытание платиновое, черепашки! Ух, ребята, давайте посмотрим, что у нас здесь, сколько эпизодов? 3 эпизода. 3 эпизода? Ух, против платиновых тебе. Черепах? Не знаю, ребята. Я думаю, вам стоит сейчас прям поставить лайк, подписаться на канал те, кто еще не подписаны, потому что в такое испытание мы еще не играли. Ох, ребята, сразу сильные противники. Все практически плохие персонажи у нас здесь, да? Слушай, ну возьмем самых классных. Вот да, этот, ребята. Этот и кого еще возьмем? Я думаю, вы будете не против. Кстати говоря, если хотите таких же классных прокачанных персонажей, 100 уровень аккаунта, кучу баксов, мутагена, да вообще любых монеток, пиц, молний, чего угодно по игре, пишите нашему подписчику, ссылочка в описании к этому видео, пишите ему, уточняйте условия. И он вам обязательно поможет. Да, слушай, ребята. Шредер нужно обычно взять. Команда Detol гарантирует, что у нас подписчик молодец, никогда никого не обманывает, всем все помогает. Идем в бой. Поехали в бой, ребята, посмотрим, что мы здесь сможем сделать. У нас хорошие противники. Хорошие противники, но и наш состав, знаешь, не так себе-то. 3 Шредера, Крэнк и Кролики, ребята, вот это да! Это мощнейший состав из злодеев, вы в этом убедитесь сами. Шикарно, ребята, шикарно просто, уже черепашки уже из фильма тут у нас. Но они 70 уровня, поэтому кролботы идут в бой. Ух, ребята, мощняцкий удар от кролика. Чудненько, но Раф остался жив. Раф остался живучий, крепыш, а у нас? Ну хорошо, Рафик, мы тебе это запомним. Опа, здесь обычные черепашки. Обычный классический состав черепах из мультика. Итак, мы используем когти. Массовую атаку. Когти, ребята, от Шредера неповторимые, но не все поддаются такому сильному удару. Да, есть такое дело. И еще ядерную ракету используем. Прям в рот засунем и получить. Запулим, ребята, по полной. Шикарно, мы справились. Я надеюсь, может быть, здесь мы сразимся с 100 уровня черепахами, а? Думаешь, это возможно вообще? Ну, раз у нас первый эпизод. Снаряжение черепашки. Ничего себе, это новое снаряжение? Угу, давай посмотрим. Мне кажется, это можно будет проапгрейдить в Да, смотри, вот, видишь, у нас не хватало вот этих штучек. А, да ладно, ты смотри, мы их соберем. Да, но только мы маски пока что собираем. Пока что маски. Слушай, ну здесь и звездочки есть тоже. Да, и звездочки, но нам будет не хватать вот этого синего. Но это уже в следующих испытаниях можно будет достать. И причем в очень малом количестве, ребята. Да, ограниченное. Значит, вот этот апгрейд, он будет эпичный на самом деле для черепах. Конечно, ребята, да и для любых персонажей. Любого персонажа же можно проапгрейдить до 7 уровня. Согласен. Ребятки, так что будем апгрейдить, будем добывать эти все вещи, которые нам нужны, кстати говоря. Возможно, обратимся за помощью к нашему подписчику, и конечно, вы тоже можете обратиться, потому что мы снимаем специально для вас, ребята, это у нас игровой аккаунт, и показываем вам все крутые фишки этой игры. Так, ну что же, идем дальше в бой, и против нас 80 уровень. Скорее всего, в последней главе будет 85 или 90. А может быть 90, ребята. Ну что ж, давайте посмотрим. Вы обязательно досмотрите это видео до конца, а мы продолжаем бой. Итак, Шредер, классика. Покажи нам Бибоплас Рокстеди из Измерения X. Вот они! Вот они, мощные, великие, могучие. Шикарно, ребята, шикарно. А тут нас ждет команда ролевичков. Ролевики так ролевики. Ну что же... Кролбот против них сегодня. Кроловики против ролевиков. Кроловики. Отлично. Слушай, удивительно, именно Донни волшебник выдержал. Потому что он обладает магией. Ох ты, магист Йода, а? Магистр.
Так, да, ну ребята, что же? А тут у нас видение, черепашки из видения, мощные, неповторимые. И шипы. Шипы от Супер Шреддера. Прекрасно, постепенный урон и нужно использовать технодром. Технодром идет против черепах, ребята, вот это бой. Бабах! И нет противников. Бабах и нет черепах. И нет черепах. Хе-хе-хей! Четко, четко! Победа, ребята, победа! И мы сейчас отправимся в самую сильную, мощную главу. Мощный третий эпизод, ребята. Непонятно, что здесь за проект. 90 уровня противники! Платинового, ребята! Платинового уровня! Вот это будет разнос! Вот это будет бой! Ну что ж, вы готовы? Идем! Поехали в бой, ребятки! Поехали! Первая волна! Здесь, как обычно, уже 4, кстати говоря, персонажа! Ага! Ну-ка, ну-ка! Это вам не булочки мять! Ну что же... Они да... тоже платиновые? Да ладно. Они 90 уровня, ты представляешь? Ужас какой, но все равно они разлетелись в клочья. Вот это да, ребята, да, разлетелись. Bebop Rock, кстати, все-таки сотого летели к нам. Конечно, они-то настолько были отъеденные. И еще и в другом измерении-то конкретно да, так ребятки, проапгрейдились. Ну что ж, платиновые черепахи. Это классические у нас получается, да? Да, классика жанра у нас. Так, так, так. Все присели. Ракету им? Конечно, помощь. Ракета. Ракету им ядерную, ребята. Заряжай. Плевочек. Так, выплевывай здоровый крэнк. И, ух ты, смотри, да ладно, два остались. Постепенный урон не сработал. Сработал немножко. Ну, практически, ну, не сработал ракета, наверняка. Ракета плохо прям как-то сработала. Атаку честно повысили. Ракета плохо сработала, да, правда? Так, минус один, и не будем использовать кролбота массовой атаки, они да, нам могут пригодиться. Потому что сейчас будут 95 уровня, ребята, черепахи. Да, это будет мега эпично, мы Да ладно! Ты смотри, какой живучий это Раф? Да. Рафи, ты что? Уходи уже! 4612, ну что же, вот это будет волна самая жесткая, по ходу дела. Да, ребята, и мы встречаемся с... 4 криминальными платиновыми черепахами. Вот они, нет, 90 уровень, но платиновые, ребята, мощные, и, конечно же, против них у нас есть прием. Это технодром. Технодром! Бабах их! Ух, слушай. С одного удара! А Рафи улетел, видишь, криминальный не такой мощный, как из фильма и классический. Да, реально, кстати говоря. Так, ребята. Разнос мы конкретно им поставили. Оу, ты смотри, какое было попадание. И, конечно же, мощный кролбот. Удар кролбота, походу, растает здесь все точки над «и». Да. Ты смотри, выносливость спасла Леонардо, ребята. И еще одна атака по нему. Нет, Леонардо. Вау, ребята, вот это был бой. Вот это испытание. Просто мега суперское. Слушай, может быть, пройдем еще один раз этот эпизод другими персонажами? Давай пройдем 3 шреддерами, а? Просто 3 шреддера, ребята. 3 шреддера против криминальных черепашек, а? Справятся они или нет, ребята? Делаем ставки. Очень интересно. Но такие мощные персонажи, прям уж не хочется уж заканчивать это видео. Согласен, согласен. Хочется воспользоваться моментом и протестировать 3 эпичных персонажей. Так, ну что же, ребята. Здесь нужно будет на самом деле немножко потактичнее, возможно. Да-да-да-да-да. Смотри, Bebop и Rocksteady неплохо прилетают, но не всех они забрали с собой. Да, и у нас массовых атак-то не так много-то, на самом деле. Всего 3, ребята, но есть постепенный хил. Хил есть у Шреддера у обычного. Да. Так что, в принципе, есть шансы победить. Опа, смотри, правильную атаку сделал, дружок. Конечно. Я предлагаю вот такую вот баф сделать. Ты вот смотри, такой. Это какой такой баф? Это просто мега-супер баф, ребята. И... Согласен, мега-супер баф. И хелс есть у нас, и скорость атаки, и блокировка способностей, и крит, да все здесь прям. Так, ну что же, а мы используем массовую атаку и атакуем! Клан Фуд в бой, ребята!
Прекрасно. И теперь у нас... Не-не, массовый нельзя. Массовый нельзя. Думаешь, нельзя. Да? Не-не-не, оставим. Ты что, нам еще ого-го драться с криминальными? Мощными? Мощные криминальные нас еще ждут, а пока что Супер Шреддер нас атакует. Супер Шреддер, ребята, вынес Рафа. Его Саи воткнулись в землю. Отличненько. И теперь мы... Ох ты ж, Натя, массовая атака на нас пошла. Вот это да, ребята. Но у нас есть постепенный хил, нам все нипочем. Согласен, каждое начало хода у нас лечение происходит. Так, ну что же, Донни, давай добьем, да, его все-таки? Конечно, добиваем Донни, хоть и постепенно, может, постепенно его добьет. Не трогаем его, не трогаем. Не трогаем? Не-не-не, пусть будет. Хорошо, тогда получает свою дозу урона Леонардо. Леонардо получает урон, а вот Майки, ребята, танцует. Танцы с бубном исполняет, но и они ему не помогают. Но слушай, он атаку повысил. Так, постепенный урон, и Лео должен добыл добить. Да ладно, ладно. Ух ты ж, Натя, посмотри. А у него... восстановление это... было, да? Да, походу сработало какое-то восстановление. Так, ребятки. Ну что ж, остался только один... А, все-таки массовую решили использовать? Да. Не, почему? Это они массовую используют. Так, ребятки. А, они массовую используют. Так, и Шреддер спокойно атакует. Прекрасненько. Осталось так. Только два персонажа, ребята. Ну мы тут прям конкретно подзасели. Согласен. Так, и теперь нужно добивать последнего героя. Так, ребятки, третья волна. Эпичные наши криминальные черепашки. А у нас как раз восстановились... Нет, не все массовые атаки, очень жаль. Я предлагаю Рафа первого уничтожить. Ну что ж, ребята, скрещиваем мечи и отправляем вертушку. Бум! 9000 урона. И это... он до сих пор жив, ты представляешь? Вот это 90 уровень, вот это сила и мощь. Вот это сила и мощь. Так, ну что же, у нас очередная массовая атака. И... бум! Неплохо, чёрт. Неплохо, ребятки. Шреддер нанес хороший дамаг, но вот... Так, кто это у нас? Я что-то не увидел. Это Майки ушел в невидимость, как обычно, а Лео хочет делать оскорбление, еще и уклонение повысил. Так, у нас наконец-то массовая атака появилась, и прыжком на них... Добиваем, ребята, Бибоп и Рокстеди добили Майки, который, кстати говоря, был в невидимости, или это Лео был, нет? И клан Футовцы еще идут в бой. Слушай, да как так-то, никак мы их не добьем. Сильный состав все-таки, да? Да, ребятки, сильных. Даже шреддеры так с натяжечкой справляются. Так, ну что же, массовая атака против нас идет. Очень даже бодро. Неплохо, неплохо. И... ну что ж, ты смотри. У-у-у, дебафики сняли, но у них их и нету. Так, ну что, у него уклонение повышено. Ах, провокация. Провокатор этот, а? Постепенный урон у нас, постепенно и приходится его добивать. Наверное, добьет, а его нельзя, у него провокация. А, точно. Смотри, он еще и восстановился. Вот это да! Вот это бой, ребята. Такое не каждый день увидишь, если честно. Ну что ж, остается только Донни. И мы его сейчас успешно добьем. Ох, ребята, шикарная была битва, шикарное испытание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо, до новых встреч в новых видео. Пока! Пока!